Добрались до поселка Ичинский Соболевского района. Там сегодня тоже продолжает проживать небольшое количество людей, там порядка, наверное, до 15 человек. Но в летний период времени, во время рыбалки, там находится порядка 300 человек, работников завода. Есть большой завод, в принципе, достаточно большой с точки зрения и техники, и людей. А пожарного прикрытия у нас в этом населенном пункте нет. Договорились тоже с директором завода о том, что мы сегодня в рамках техперевооружения при приобретении автомобилей здесь, значит, какой-то из автомобилей отремонтируем, отправим туда, и договорились, что директор завода возьмет его на техническое обеспечение, содержание полностью, то есть будет предоставлен теплый бокс круглогодично, и своими силами вместе с добровольно-пожарной дружиной, а там такая есть, им тоже было доставлено оборудование сейчас и технические средства тушения, будут проводить в случае необходимости любые работы, связанные с тушением пожаров. А здесь, наверное, даже в большей степени стоит отметить, что у нас в этом году в тех районах, это Крутогорово, ну, Соболевский район в целом, было очень много тундровых пожаров, и это, наверное, большая беда, потому что они фактически там бесконтрольно возникают, и вот силы средств недостаточно на территории, а преодолеть сегодня вот эти все водные барьеры, это можно только авиационной техникой. Поэтому вот такие силы, они помогут нам тоже, в том числе, бороться с тундровыми пожарами, которые там возникают.